новый классный Mercedes E200. В него садишься и кайфуешь от этой лакшери просто. Для того, чтобы внутренняя составляющая, она коррелировала с внешней составляющей, мы здесь сделали небольшие доработки. Ребята, за это отдельно им респект, привезли с собой диффузор и насадки. Собственно, это все мы установили, подвели две трубы для того, чтобы это все равномерно дымило. Ну и чуть-чуть она сейчас от стокового немножко отличается. Вы можете надеть наушники, поймете лучше. Но в целом это такой около стоковый вариант по звуку. Но уже выглядит она, конечно же, по-другому. Космический и бомбический. Смотрим, слушаем, наслаждаемся.